Совсем недавно Зое Владимировне исполнилось 99, но ее глаза по-прежнему горят. Скучать – это не про нее. У меня настроение великолепное всегда. Я ни на что не жалуюсь, мне все меня устраивает, и все. Я не привык, знаете, чтобы у меня сюсюкали. У меня мужское общество было, два сына и муж. Сейчас в ее окружении, помимо сыновей, еще четверо внуков и пятеро правнуков. Они обязательно придут поздравить ее с Днем Победы. И за столом в этот день соберутся порядка 15-20 человек. Я считаю, что я вполне счастливый. Дети у меня великолепные, внуки великолепные, порядочные все. Ну, все получили образование, все устроены. Каждая семья по-своему имеет. Ну, безусловно, что не бывает, чтобы прямо идеально. Как во всякой семье. Сегодня поругались, завтра бы уже хорошие. А пока поздравить ветерана пришли первый заместитель председателя Мособлдумы Лариса Лазутина и местные единороссы. Вручили полезные и нужные подарки. Коробку здоровья от партии, жостовский поднос от губернатора, набор для комфортного сна от главы Одинцовского округа, а также продуктовые наборы. Хорошего настроения вам. Такие солнечные дни. Спасибо, спасибо. Души. Настроение у меня всегда хорошее. Я по натуре такой, знаете, жизнелюб. Зоя Владимировна 4,5 года служила в армии. Пришла рядовым, ушла в отставку младшим лейтенантом. А после 40 лет проработала в войсковой части. Лариса Лазутина познакомилась с ветераном несколько лет назад. Признается, очень любит поздравлять ее с праздниками. Что этот человек именно служил нашей Родине. В ней такой вот заряд бодрости. И как бы кому ни показалось, даже юности в глазах, от нее заряжаешься энергией. И поэтому я очень благодарна судьбе, что я с ней познакомилась. Наталья Гончарова, Валерия Баранцева, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».